Дорогие друзья, вот я провязала необходимое количество мне рядов и рапортов. Сейчас, начиная с этого момента, я приступаю к вывязыванию пяточки. Значит, что я делаю? Смотрите, вот у меня получается, да, моя задняя часть. Вот у меня, я провязала, получается, свой рапорт, остановилась вот здесь, да, вот где начинаю уже вязать пяточку. И сейчас я тоже, получается, все эти петли буду переводить на одну спицу. Мне так легче вязать, но вяжите, как вам удобно. Итак, значит, первый ряд мы провязываем просто все как обычно, лицевой гладью. Так, вот до последней петельки дошли. Последнюю петельку я провязываю изнаночной петлей. Переворачиваю вязание. И поскольку у меня идет полностью платочная вязка, я, соответственно, в этом ряду первую петельку снимаю не провязанной и опять все вяжу лицевой гладью. То есть для создания платочной вязки вы знаете, что мы вяжем все ряды, и изнаночные, и лицевые, либо только изнаночными, либо только лицевыми. Тогда у вас получится платочная вязка. Так, дошли до последней петельки. Последнюю петлю я тоже провязываю изнаночной, ну как бы кромочной, да, она у нас будет идти со всех сторон. Перевернули вязание и опять продолжаем вязать все лицевой гладью, прошу прощения, в моем случае лицевой. Вот хочу сразу показать вам, сколько рядов я провязала. Я провязала 7 рядов, то есть получается 14, да, если вот туда-обратно считать. Но вот с лицевой стороны у вас должно быть 7 вот таких вот платочных линий, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, в моем случае 7. Мне этого достаточно. Можете немножко больше провязать, можете меньше. Здесь зависит от того, на какой, ну, то есть какой размер пяточки, да, у вас. Вот, ну, опять-таки, да, платочная вязка очень хорошо растягивается, вот, чтобы вы понимали, да, когда носочек уже будет на ножке, вот, ну, он очень хорошо будет растягиваться. Вот, поэтому я в своем случае сейчас вот провяжу 14 рядов, ну, вот 7 раз, да, 7 таких платочных линий у меня должно получиться. И после этого возвращаю сюда и показываю, как мы формируем уже саму пяточку. Итак, мои дорогие, вот я провязала необходимое количество мне рядов. Сейчас я нахожусь на изнаночном ряду. Я всегда предпочитаю носочек формировать с изнаночной стороны, начиная, да, с изнаночной стороны. И вот смотрите, сейчас у меня здесь 23 петли, да. Давайте еще раз посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10. Так, 2, 4, 6, 8, 20. Да, 23 петли. Что я делаю? Я сейчас должна мысленно разделить, наш ряд на 3 части. Я в своем случае, наверное, буду делить так. То есть по 7 петель. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7, все правильно. Здесь у меня должно быть 9 петель. 2, 4, 6, 8, 9, да. Вот, на середку я оставила 9 петель. Это вот именно те 9 петель, давайте, которые вот так покажу, да, вот которые вот задняя часть у нас с вами будет. Вот, вы посмотрите сами, может быть, вы больше захотите, может быть, меньше. Ну, я 9. Итак, начинаем формировать саму пяточку. Итак, первую петельку я снимаю, и я продолжаю вязание в таком же порядке, то есть вяжу все лицевой гладью. Так, 2, 4, так, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь давайте посчитаем. 2, 4, 6, 7. Вот правильно. Теперь получается, вот смотрите, 9-я петля, которая, да, на середку у меня уходила, я ее провязываю вместе изнаночной петлей, вместе с первой петелькой, вот этой вот 7-й петлей, да, которую вот мы отсюда посчитали. Провязываю изнаночной, потому что я вяжу сейчас изнаночный ряд. Переворачиваю вязание. И первую петельку снимаю и провязываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Давайте посчитаем. С этой стороны 7 петель, да, у нас было. 2, 4, 6,
7, все правильно. Вот, получается, последняя вот эта петля вместе с первой вот этой седьмой петелькой, да, от этой стороны, мы их провязываем вместе за переднюю стенку лицевой. Переворачиваем вязание. Здесь нам уже легче, здесь уже ничего считать нам не нужно. Опять провязываем до той петли, которую мы до этого вместе провязывали. Вот она, да, у нас здесь даже видно, какое идет расстояние. И опять вот эти две петельки захватываем вместе и провязываем их изнаночной, потому что в изнаночном ряду. Так. Так, вот дошли теперь до этой стороны, видите? Теперь эту захватываем, две вместе, лицевой, переворачиваем. Сейчас мы будем с вами вот таким вот способом, то есть поворотными кругами, ходить туда-сюда. Видите, у нас уже даже формируется с вами уже носочек. Вот, еще раз покажу, в изнаночном ряду вместе две изнаночные. В лицевом, видите, у нас уже с вами формируется. Вот. Давайте сейчас мы с вами будем захватывать все вот эти вот петельки, да, пока у нас они у нас не закончатся, и на спице не останется 9 петель.